Я хочу задать Саше несколько активистов легенде протестного движения, задать несколько вопросов. Ну, первый вопрос — это почему сейчас Киев просто зона сплошных протестов? В основном батлы происходят вокруг застройки. И вот я хочу спросить Сашу. За то, чтобы Киев оставался деревней и не развивался бизнес, не развивалось строительство и так далее. Ты хочешь, чтобы было все справедливо, соответственно закону и, да, соответственно закону. Провокационный. Да, я сейчас поставлю на вопрос. Я за развитие Киева. Но развитие Киева должно происходить не в историческом месте, не в зеленых зонах, а вот, например, после расстраивают там трещину, где-то еще расстраиваются, Борчевок расстраивается, пусть Киев расстраивается. Зачем в центре Киева среди старых домов разрушать, допустим, эти исторические дома и строить какую-то высотку или максимум? Для чего? Во Львове прекрасный город, там тоже хотели в свое время строить. Люди не дали. Прямо в центре города хотели в старом городе сломать там исторический дом и построить какой-то там высокий дом. Зачем? Пожалуйста, расстраивайте их вширь. Метро расстраивайте, коммуникации. Все, здесь вам ничего не надо. Все как есть. Здесь дома, они структуры, как расположены на душу населения, магазины, это, на канализации. Они сейчас настроят, и у нас вообще электричество не будет впадать, и эти водоканалы будут.